Мы сейчас находимся у цветника, который выполнен в виде кафедры. Цветник не из большого количества растений. Фоновым и самым таким главным выдающимся растением здесь у нас является пасконник, который очень хорошо здесь растет на открытом солнце. Вертикалями служит Вероника Аструм и эхиноцея пурпурная, которая задает вот такой вот флёр цветнику. Также у нас присутствует дербинник. Эти пропорции, эти цветовые сочетания говорят о хорошем вкусе как дизайнера, так и хозяев сада, которые вот имеют у себя такой нарядный цветник.